как правильно выбрать церковь? Как быть уверенным? Ага. Как правильно выбрать церковь? Это то же самое, как выбирать правильную семью. Но обычно дети не ищут семью, они рождаются в семье. Поэтому точно так же не выбирают церковь, обычно рождаются в церкви. Это при идеальном, скажем так, положении вещей. Мы рождаемся в церкви, мы приходим к Иисусу, каемся в какой-то церкви. Это становится нашим духовным домом, духовной семьей. И мы там остаемся. Пастор той церкви помогает нам расти. Мы там высвобождаем свои дары для служения Богу. Там мы общаемся с другими верующими. Но что же, например, ты жил в Крыму и пришлось переехать в Киев. Или с Донбасса переехал в Киев. Или с другого города. Надо теперь выбирать церковь. Советую. Выберите такую церковь, где Иисус Христос главный герой. О нем говорят прямо с почтением, поклоняются ему. Два. Должна быть церковь, где проповедуют Библию. Три. Должно быть место, где тебя любят и тебе помогут. И последнее. Должно быть место, где ты можешь проявлять себя, чтобы приносить пользу другим людям и Царству Божьему.